Сценическая площадка средней школы номер 16 в субботу стала местом настоящих массовых гуляний. Каждый желающий мог найти здесь что-нибудь по душе. Кто-то устремился в район сцены, где выступали берестейские музыкальные коллективы, кто-то знакомился с работой социальных учреждений Ленинского района, кто-то консультировался с медицинскими специалистами по вопросам своего здоровья. Несмотря на то, что район Граева по своей структуре спальный, праздник здесь получился как в настоящем культурном центре. Мы в формате нашего мероприятия мы будем чествовать пожилых людей. У нас определенные мероприятия будут запланированы, будут проведены для пожилых. Будет праздник для жителей, школьники выступят с определенными мероприятиями. Мы боялись, что не будет погоды. Самое страшное, это если бы был бы дождь, если бы не пришли люди. Погода сегодня прекрасная, люди довольные. Я думаю, праздник удастся. Праздник микрорайона Граева прошел под эгидой Дня пожилого человека. Знаменательно, что даже программа была названа в честь тех, кто на протяжении многих лет трудился на благо Ленинского района. Золотые наши годы. И сегодня на так называемой пенсии ветераны труда остаются в строю. Поэтому к празднику подготовили целую экспозицию, которая разместилась во внутреннем дворике школы. Мы подготовили выставку «Урожай 2014 года». На этот праздник, на эту выставку представлены экспонаты своих дач, своих огородов, своих частных хозяйств. И выставка, по-моему, очень удалась, потому что очень большое разнообразие экспонатов, прекрасный урожай, невзирая на погодные условия, наши люди сделали, так сказать, почти героический поступок. Вот такой призыв к труду виден по результатам этой выставки. Особое внимание посетителей привлек импровизированный творческий прилавок первичной ветеранской организации Брестского мясокомбината. Дизайнерский подход ее представителей к сбору плодово-овощной продукции на даче трудно не заметить. Всевозможные композиции, составленные из тыкв, семечек, кабачков, стали удачным дополнением большой экспозиции. Мы с дорогой душой, мы только не только колбасы можем производить, но и сельскохозяйственную продукцию, так как сельское хозяйство и переработка мясокомбината — это одно и то же. Поэтому мы вот такие талантливые. Поэтому я думаю, что наш стол сравнительно неплохой. Мы думаем, что не хуже других. Конечно, может быть и лучше есть, но мы все очень старались. Праздник микрорайона – не только отличное время, чтобы отдохнуть, но и хороший способ набраться сил для новых побед и свершений. Старейший микрорайон Ленинского района будет изменяться. Планы в этом направлении самые грандиозные. Недавно проходило заседание нашей постоянной комиссии. Мы обсуждали вопросы благоустройства города, особенно асфальтового покрытия улиц. Но в следующем году мы придем сюда, на Граевку, мы придем на Северную улицу, мы придем на Щерса, мы придем на Северные переулки. Анастасия Назрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Буктв».